Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Одинцовского городского округа с 20 июля по 31 августа проводит акцию «Собери ребенка в школу», направленную на оказание помощи несовершеннолетним и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Принимается все, что необходимо школьнику. Новые письменные принадлежности, рюкзаки и вещи, спортивные костюмы, футболки, кроссовки, рубашки, водолазки, блузки. Прием ведется с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов.